Так, ну что же, и теперь пойдем дальше к нашему основному заданию. Значит, у нас есть в 300 метрах иранская история. Вот. Пойдем к ней. По дороге к нашему основному заданию. Возьмем автомобиль вот этот прекрасный. И поедем. Так, вот наше задание. Это он типа подпевает, что ли? Коньо. Так, ну и что? Еще выше нужно. Да. Ты из повстанцев? Ты из Либертад? Какое счастье! Моя девушка, ее и других повстанцев схватили солдаты. Это моя вина. Мы вместе проходили подготовку, и командир узнал о нашей связи. Мы сбежали. Нас спрятали повстанцы, но этот гад как-то умудрился напасть на след. Я сбежала, Марисоль нет. Она внизу. Их там сжигают. Костры все дымят и дымят. Я не справлюсь, Сольдадос. А ты справишься. Тебя прислала сюда сама судьба. Пор фавор, Марисоль врач. За что с ней так? Она никому не причинила бы вреда. Хорошо. Рапидо, пор фавор. Если понадобится, лети туда. Я боюсь за Марисоль. Так, военные схватили Марисоль в долине. Нужно попасть туда и быстро. Я так понимаю. Это вот в 400 метрах. Так. О, блин. Ну ладно. Сейчас будем как-нибудь там добираться, пытаться. Вроде бы 400 метров как бы не так уж и много. Но... Не знаю. По таким турлам, возможно, это будет долговато. Кстати, вот автомобиль очень бы нам пригодился. Так, лошадь мы уже не поймаем. Крус дель Сальвадор. Хорошо, вот мы, собственно, и пришли уже. Мельница. Так, осмотримся. Эй, вот фотка грузовиков с пропагандой Маркесы. Прости, что приходится смотреть на ее рожу. Ха. Еще одна причина разобраться с ними. С первого дня, как Кастильо пришел к власти, я слушаю ее пропаганду. Достало. Разнеси их, Дани. Отец. Хорошо. Хорошо. Отлично. Кто-то еще здесь есть. На, говнюк. Ола, Дани, это доктор Даблас. Что ты делаешь в данный момент? Расскажи мне все. Убиваю кучу народа. Хорошо. Вспомни о позитивной энергии, Дани.
Дыши глубоко. Подумай о своих чакрах. Пусти в свое тело солнечный свет. Область силы. Исабелла. Марисоль в безопасности. Диос мио, грасиас. Как нам тебе отплатить? Ты прошла часть боевой подготовки, а Марисоль стала медиком. Нам нужно выполнять задания вне острова. Помогите нам добывать припасы и бороться за свободу Яры за рубежом. Мне было суждено встретиться со своей любимой. Но мы живы только благодаря Либертат. Где записаться? Считай ты уже. Добро пожаловать в Бенитос Бандидос. Отлично.